Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Смотрите сейчас. За дело во имя жизни. В Беларуси в преддверии профессионального праздника чествуют лучших медиков. Я хочу от души пожелать, безусловно, самим крепкого здоровья. Сколько людей сохраняет здоровье нации? Вот так покурил. Ночью на Баумана горел дом. В каком состоянии хозяин? Занимательная математика. В Бобруйске работают школьные лагеря. Этот робот, он будет ездить по песку, камням, в горку, с лестницы, например. Где обучают будущих айтишников? А также работа на результат. Пошив на заказ. И назад в прошлое. Под Бобруйском пройдет масштабная реконструкция. Что в программе? Ставка на результат. Президент провел совещание по вопросам кадровой политики. Александр Лукашенко ею недоволен. Ситуация стабильная в коллективах, где работают над закреплением специалистов, в том числе молодых. Однако порой руководители игнорируют вопросы быта, соцпакет, а то и вовсе самих сотрудников. Глава государства не раз обращал внимание, именно местная вертикаль отвечает за кадры. Недостатки в здравоохранении и отчасти в образовании заставляют посмотреть на вопрос в целом. Для того, чтобы оценить кадры, это наш, кстати, большой недостаток и мой тоже. Мы всякую размазню начинаем слушать. Вот больше всего, если администрация где-то не дорабатывает или не работает, то у правительства появился, с моей точки зрения, крен. Красиво рассказать, объяснить, упаковать витиевато и доказать, попробовать мне, что это невозможно. Яркий пример – боеприпасы там и прочее. Ну, вы просто не понимаете, с кем вы имеете дело. Поэтому не пытайтесь тут мне чего-то доказать. Главное в оценке кадров – результат. Поручено в каждом районе реализовать один инвестиционный проект. Реализовывайте. Не реализовали, значит, вам там делать нечего. Инициатива власти на местах и деловая хватка станут оценкой профпригодности руководителей. Неудавшихся управленцев недопустимо пересаживать из одного кресла в другое. Александр Лукашенко видит и знает о таких примерах. Либеральный подход к таким кадрам неприемлем, убежден белорусский лидер. Кошмар наяву. Ночью в Бобруйске горел дом. Жителей проезда Баумана во втором часу разбудил вой пожарных сирен. Спасатели укротили пламя, уничтожена крыша, повреждены предметы интерьера. Хозяин с ожогами доставлен в больницу. Одна из версий ЧП – неосторожное обращение с огнем при курении. Если вы стали очевидцем чрезвычайной ситуации пожара, незамедлительно наберите по телефонам 101 или 112. Обязательно объясните диспетчеру, что происходит на ваших глазах, и желательно сориентируйте спасателей, то есть назовите точный адрес. И помните, пока вы общаетесь с диспетчером, помощь уже в пути. В эту же ночь вспыхнул дом в деревне Сычково. Клубы дыма заволокли окрестности. Огонь мог перекинуться на соседнее строение. Сотрудники МЧС справились со стихией. Здесь никто не пострадал. Уничтожена часть крыши, повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина выясняется. Продовольственная безопасность, централизованное тестирование и модный показ. В Беларуси вводится второй обязательный элемент школьной формы. Что это будет? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В Беларуси с начала 2023-го более чем на 5% выросло производство сельхозпродукции. Всего на сумму 8 миллиардов рублей. Увеличение объемов отмечается во всех сферах отрасли. Предприятия приросли по мясу, птице, молоку. Этого хватит, чтобы и себя накормить, и других. Не случайно львиная доля товаров уходит на экспорт более чем 100 стран мира. С сентября в средних учебных учреждениях страны вводится второй обязательный элемент школьной формы. Решение о том, что это будет и где его приобрести, должны приниматься с учетом интересов учащихся и их родителей. Это могут быть как рынки, розничные магазины, так и ателье, в которых производится пошив на заказ. Определиться нужно до 1 августа. На выплаты для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей в 2023-м направлено на 16% средств больше, чем в прошлом году, а именно 19 миллиардов рублей. Сегодня средняя сумма по возрасту – 703. Решение о повышении будет приниматься с учетом ситуации в экономике и роста зарплаты работников.
Около 12 тысяч абитуриентов сдали ЦТ по русскому языку. Следующее тестирование по обществоведению пройдет 18 июня. Далее экзамены будут идти с интервалом в один день. На очереди математика, биология, иностранная химия, физика, география, история Беларуси и всемирная. Установлены также резервные дни. На субботу объявлен оранжевый уровень опасности. Столбик термометра поднимется до рекордных 30 градусов. По западу страны пройдут дожди, прогремят грозы, местами сильные ливни. В воскресенье погода существенно не изменится. В Минской, Витебской и Могилевской областях сохранится чрезвычайная пожарная обстановка. Самоотверженность и профессионализм. В Бобруйске чествовали лучших медицинских работников. Накануне праздника в областном театре собираются те, кто, следуя зову сердца, посвятил себя благородной миссии – помогать людям, облегчать их боль, спасать жизни. В их адрес звучат слова благодарности. Почетным грамотам нет числа. В зале заведующие, врачи, фельдшеры и медицинские сестры. Они, вне всякого сомнения, герои нашего времени, которые дарят надежду и вселяют веру в лучшее всем, кто в этом нуждается. Уважаемые коллеги! От души поздравляю с профессиональным праздником, Днем медицинского работника. Я хочу от души пожелать, безусловно, самим крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов, мира и созидания. В Бобруйске в учреждениях здравоохранения трудится 5940 человек, из них 918 врачи. В помощь людям в белых халатах современное оборудование. За полтора года приобретены новые наркозно-дыхательные, рентген-диагностические аппараты, УЗИ, ЭВЛ. Обновлен автопарк, закуплено 9 автомобилей медицинской и 2 скорой помощи. Завершено строительство системы лечебного газоснабжения больницы имени Марзона, модернизирован ряд кабинетов. 3D-моделирование идеальных каникул. В Бобруйске работают школьные лагеря. В гимназии номер 3 увлекательно проводят время 100 мальчишек и девчонок. Культурная программа расписана буквально по минутам. Увлекательное программирование, математические квесты и познавательные экскурсии. О лагере мечты. Елизавета Липеева. Даниэль Врублевский летом в школу ходит как на праздник. Говорит, в отряде «Компик» скучно не бывает. Для участия в конкурсе юный изобретатель собирает робота из алюминиевого профиля. Не каждый взрослый справится с такой задачей, но в STEM-классе трудятся настоящие гении. Этот робот, он будет ездить по песку, камням, в горку, с лестницы, например, через разные препятствия. Хотел бы дальше пойти, войти куда-нибудь. Что-нибудь делать с компьютерами, программировать, собирать роботов разных. С помощью лазерных технологий под чутким руководством педагога ребята могут создавать различные изделия из фанеры. К примеру, благодаря измерительной коробке гораздо проще проверить размер роботов для участия в конкурсах. Здесь же можно нанести гравировку. Главное – соблюдать технику безопасности. Очень интересно. Собирают всевозможных роботов на базе комплектующих с Алиэкспресса, на базе робоплатформы Lego Mindstorms. Также Lego Vidun 2.0, и также просто занимаются схемотехникой на базе наборов Arduino. Программирование, электроника, робототехника, 3D-моделирование, основы черчения, разработка систем разных сложностей. Спектр изучаемых дисциплин в STEM-классе поражает разнообразием. Все это не только интересно, но и полезно для будущего. Многие мечтают получить профессию в IT-сфере. Дети разрабатывают сложные комплексные системы, например, как школьный звонок, автоматический школьный звонок, или же там метеостанция, которая будет выдавать информацию по окружающей среде вокруг гимназии. Увлекательно проводит время и отряд вундеркинды. Учащиеся 6-7 классов проходят квесты на онлайн-доске и создают собственные по готовым шаблонам. Занимательная математика не отпускает даже на каникулах. Разгадывать тематические загадки и отвечать на вопросы викторины умникам и умницам только в радость. Мне очень нравится здесь заниматься математикой, потому что чаще всего мы играем здесь в разные игры, которые поддерживают наши знания и помогают нам потом не забыть все это. У нас одаренные дети, с которыми мы готовимся к олимпиадам городским, областным. Это ребята очень талантливые. В лагере не только учатся, но и отдыхают. Всего в школе 5 отрядов, а это 100 мальчишек и девчонок. Каждый день расписан буквально по минутам. Ребята посещают театр, музей, кинотеатр, играют на улице. Впереди экскурсия по Бобруйской крепости и битва водными пистолетами. Елизавета Липеева, Максим Галионко, Бобруйск, 360.
Забыть нельзя. В Щатково пройдет масштабная реконструкция, посвященная 79-й годовщине освобождения Бобруйского района от немецко-фашистских захватчиков. Деревня навсегда вписана в историю Великой Отечественной. В конце июня 44-го здесь развернулись жестокие бои за мост через Березину. События стали завершающим этапом победоносного наступления, которое предопределило дальнейший стремительный успех операции «Багратион». Проведение запланировано на 25 число. Начало в 14:00. Вход свободный. Гостей ждет концертная программа, интерактивные площадки. Будет организована работа выездной торговли. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!